Дорогие друзья, всем привет, в который раз рад вас приветствовать на своем канале. Как вы уже поняли, мы вернулись. Как говорят, коси, коса, поки роса. Состав меняется, я же остаюсь с вами постоянно. Вот где преобладают молодые осинки, мама нашла конический сморчок. Обратите внимание на его расположение ячеек. Дима, иди, бегу! Смотри, какой гигант! Ох ты! Вот он! А я вот мечтал его в руках подержать, сегодня только говорил об этом. Вот это настоящий деликатес. Пока я снимаю для людей, люди тут все высбыруют. Но это тоже, наверное, молоденький просто очень. Сморчковые шапочки растут там, где вербы, а тут, где осинки, именно вот такие сморчки конические. Надо палку взять. А мне так хотелось весной, этой весной именно, подержать в руках такой экземпляр. Мечта сбылась, но не полностью, так как нашел его не я. Я еще нашла. Да ёж моё. Наконец-то и мне улыбнулась удача. Я могу один здесь найти что-нибудь. Смотри, какой маленький. Смотри, какой у меня аккуратненький. Маленьким назвать его. А ты вот такого найди. Ты это вообще ребенок. Ты что, киднеппингом занимаешься, Кать? Обратите внимание, кто не знает, его шляпка, приросшая к ножке. В отличие от сморчковой шапочки. Смотри, сколько я нашла. Ух ты, жменьку. Ну что, это я вас сюда привел? На пастбище. А знаете, в чем сложность, друзья, была? Посмотрите. Акации впивались нам в кожу лица. Но мы пролезли. И это стоило того. Поглядите. Сморчочек коническенький. В весеннюю коллекцию. Здесь как-то они вперемешку. Сморчки конические и сморчковые шапочки. Вот, к примеру. Посмотрите, она и светлей, и шапочка шапочкой. Вот они, два представителя сморчковых. А мы, кстати, по дороге обсуждали грибы весенние, именно сморчковые. И как раз дошли до сморчка степного. Мама жалуется на то, что в них много песка. Они имеют такой бархатистый покров. Ладно, зеленушки, они гладенькие, можно их отмыть. А вот если въедается песчинка, верхний слой степного сморчка, тут уже дела обстоят плохо. И мы вынуждены хрустеть. Но некоторые люди настолько привыкшие к этому хрусту, что даже обижаются, когда угощают тебя хрустящими от песка грибочками. А ты, не дай бог, закривишься. Вот и моя мама как-то сходила в гости к своей подруге, которая угощала ее маслятами. Так вот, сидя за столом, матушка аккуратно сделала замечание. Слухай, щось вони похрустують. На что подруга ответила: Раиса, їж не выдумай. Вот, свежеспиленные вербы. Жаль, конечно, зачем было их вообще трогать. Сколько добра они людям приносят. Образуют микоризу с такими приятными глазу и зубу грибочками. Это уже мы видим с вами сморчковые шапочки. Здесь я вижу следы грибника какого-то. Не сегодняшние. Видимо, здесь кто-то прошелся. Но нам это не мешает. Молодничок. Конечно,
отсутствие деревьев приведет к тому, что тут место грибное пропадет, исчезнет. И придется искать другие места. Срубили такие старые вербы, а? Ну жалко же. Мне кажется, это вообще незаконно. С ними не так. Да нормальные. Все так, непонятно. А Катюшка была, пошла вон туда в акации. Так там нету нифига. Корзинку Опс. Забыли. Одну корзинку забыли. Вот так вот мы собираемся. Так, ну что, сквозь терник к звездам. Ну, Катя. Вот тут вот много, но туда залезть непросто. Я вон увидела три. Да тут их знаешь сколько, ё-моё. Я увидела три. Вон какой большой. Ой, вот. А вон такой огромный. Сейчас я там его доберу. Я еще под ветки залазил. Так они ж понакрывали ветками упавших деревьев. Вот оно сокровище. Есть надежда, что эти пни не повысыхают, а будут куститься и все-таки не переведутся. Грибочки здесь. А не только вот листики начали распускаться. Ну да, это вообще. Зачем было это делать? Кому мешало оно? Непонятно. Вот там уже они такие подсыхающие шляпки. А сюда в тень зашли. И как-то реденько они там попадались. Вот тут уже вот, пожалуйста, и высокий экземплярчик, и пониже там вот, но все свеженькие и живенькие. Я знаю, что качество съемки у меня не ахти, а посему я аккредитовался, с позволения, и завтра мне уже должна прийти новая камера. Надеюсь, глазу будет приятней. Ибо в динамике не люблю съемку на этот телефон. Как-то все смывается, тем более в лесу. Вот, дорогие друзья, мы с вами можем видеть, видно ли вам мошку. Грибной комарик. Так вот, мама рассказывала, что ее знакомый, когда ищет грибы, вот, допустим, белые в сосновом лесу, он ориентируется именно на эту мошку. Мошка окружляет, он раскапывает, а там белый. Ну вот видите, такой совет может кому-то поможет в поиске. Так, ты туда не лезь, я первый это увидел. Ё-моё, какие действительно слоновые, сморчковые шляпы. Ё-моё, чё они такие большие тут? А ты тут не увидела, наверное? Нет, я увидела там, вот, смотри, две штуки. А, ну я первый увидел все равно. У меня восторг. Большие,
крупняки. Ну ты посмотри просто, это же шляпки. А там ножка со шляпкой сросшиеся. Ох, какие. И влажные, такие прям живые. Так и кажется, что сейчас зашевелятся. Ой. Слышишь, что говорю? Прям вода капает. С них? Ну да, он у меня, он прям руки. Ну вот, видишь. Какой же гриб не любит влагу? Все-таки нам везет, слава богу. Как не выберемся, так и найдем какое-то местечко. Радующее душу. Пусть и вам, друзья, сопутствует грибная удача. Да и не только грибная. Искренне желаем. Кто-то пробежал, но плохо смотрел. Как можно было такую каланчу? Глянь, Кать. Сейчас покажу. Ох ты! Так я не могу понять, где заканчивается его ножка. Смотри. Так у меня он тоже, глянь. И не заметить. Хотя тут такие вот шляпы, Катя. Ты видела такие шляпы? А ты видишь, такие. Смотри. Так это не одна. Мне уже некуда складывать. Скорее неси ко мне в корзину. Как кто? Как ты? Ну да. И такие же равноногие, как ты. Ну да. Слава богу. А если бы я была с кривыми ногами? Ну пришлось бы тогда мне копить деньги на операцию. Да я шучу, Кать. Любимый у меня кривоногий. Если бы они еще были, Катя, двуногими, так вас они тогда были похожи на меня. Вообще бы не отличить. Выскочили, корзину взяли на двоих одну. Как кажуть, гімно горіли, дуже спешили. Я вот никому не хочу навязывать свое мнение, но все же считаю нужным поделиться своим опытом. Идете в лес, следует помолиться Богу. Ведь лес... Среда для нас не всегда доброжелательная. А вот, дорогие друзья, и гадюка вылезла греться. Я думаю, они особо агрессивны весной. У них же брачный период все-таки. Обойдем же ее стороной. И уже с хорошим настроением отправляетесь в путь. Туда, где будет ждать вас подарок. Вот как меня. И слава богу, с пустыми руками еще не возвращался. Ой, ну этот прям уписался. Капает с него. Наверное, от счастья. Я вот Катеньке говорю, снимай тоже, помогай мне. Ну, я так понимаю, что она стесняется не так, наверное, вас, как меня. А я ее уже давно не стесняюсь. Потому как она видела меня во всех состояниях. В жидком, твердом и газообразном. Вот хвостик обломал. И пошел пысать. Катюш, ты слышишь, что говорю? Она боится потерять лицо. Да? Или что ты стесняешься? Не знаю. 10 лет.
душа в душу. Как они вбирают влагу. Не, ну все ссорятся, будем так думать. Друзья мои, я тут такое узнал. Оказывается, помимо того, что поиск этих грибочков увлекательный, так они еще и полезны. Ученые провели ряд медицинских экспериментов. В сморчковых грибах, оказывается, есть витамины А, В, С. Какие-то полисахариды, которые укрепляют мышцу глазного яблока и препятствуют появлению помутнения хрусталика. Для глаз очень полезный грибочек, оказывается. А еще они имеют противоопухолевые свойства. И все это научно доказано. Мне кажется, сморчок конический более благородный гриб, потому как его совсем мало попадается. А шапочка — это так, бродяги. Хотя мне как написали цену в Германии за килограмм этих грибочков, так у меня и глаза на лоб полезли. А вот наглядный пример того, как работает социальная лестница. Сейчас покажу. Как говорится, выше крыши не прыгнешь. Вот его крайняя точка, барьер, чего он смог достигнуть в этой жизни. Но со мной все изменилось. Ну, наконец-таки, наконец-таки, вот они, родимые. Вот они. Теперь я по-настоящему счастлив. Вот эти, для меня теперь благороднейшие конические сморчочки. Можно уже направляться к автомобилю. Ну вот, смотрю, что-то чернеет вдали. Что-то чернеет вдали. И еще одно что-то. О, сбылась мечта. Теперь я точно насытился грибалочкой на сегодня. Ну как насытился? Мне-то постоянно хочется остановиться там, где я вижу красивое место. О, он как елочная игрушка, полый внутри. Значит, высушиваете, вот примерно столько оставляете, бросаете в воду, он размякает, вот эту вот кишечку внутрь заправляете и туда набиваете ваш фарш и запекаете. Наконец-то я встретил их, а то уж думал, и этой весной не удастся увидеть. Все-таки Тюльговский лес полон чудес. Здесь прям на одном пятачке так много. Я думаю, можно готовить и невысушенные грибы. Да и не только я думаю, вообще готовят, есть рецепты. Готовят свежие грибы с фаршем. Фаршированные сморчки. Они такие темные, и их из-за этого плохо видно. Могу отметить, что здесь в основном, да не в основном, одни лишь осины и растут.
А еще кто-то насвинячил бутылкой. Вот и сбылся мой весенний каприз. Вот еще один вижу торчит. Что там, мам? О! Заходи в гости. Смотри. Вот это роща. Ого! Заходи в гости. Я не знаю. Наверное, все-таки будет не видно. Торчат как пики. Ого! Вот а это бонус. Да! Это нам... бонус. Бонус приз. Как вот это? На бис, на бис. Да. Вот это да. Ну мне лень даже собирать их. Это нам на бис. Роща целая сморчковых шапочек. Надо же. Ё-моё. Как это вообще возможно такое? Как в сказке, да? Сколько мы ходили. Ну специально оставили. Тут, наверное, не ступала нога человека. Да. Усеяно все. Ой, красота. Прямо как это. Какой-то феномен. Интересный. Настоящее сморчковое Эльдорадо. Да-да-да. Надо, наверное, в кулек. У меня в корзину уже не влазит. Глянь, какой гигант. Дима, глянь, какой. Ой-ой-ой-ой-ой. Глянь, какой. Таких я еще не встречал. Гигант. Вот это да. Корзины. О боже, сколько. Ты специально не собираешь. Дима, что? Здесь слишком много работы для меня. Как видите, и сегодня у нас не пусто. Уважаемые любители грибалочки, спасибо, что погуляли с нами сегодня. Вынужден с вами прощаться ненадолго. До следующего видосика. Подпишитесь, поставьте лайк, пожалуйста. И буду очень рад вашему комментарию. Всем здоровья, удачи, всех благ. Пока. Пока. Пока-пока.